Из всего сказанного как будто следует, что балкарцы и карачаевцы относятся, если не к аборигенам Северного Кавказа, то во всяком случае к числу его древнейших обитателей, в историческом прошлом объединившихся в так называемый Аланский союз племен, куда входили в числе других горцев и балкарцы, и карачаевцы. Последними носителями собирательного названия были балкарцы и карачаевцы, существующую точку зрения, приурочивающую появление балкара-карачаевцев на Северном Кавказе к половине 16 века, следует считать несостоятельной, так как более ранние известия говорят, напротив, о расселении балкара-карачаевцев на ныне занимаемой территории еще задолго до 16 века, и во всяком случае не позднее 10 века, Коки в ГА, к вопросу происхождения и времени расселения балкарцев и карачаевцев на нынешней территории, социалистическая Кабардино-Балкария, 1941 год. В кратком описании Абхазии, принадлежащем неизвестному автору, писавшему в начале 19 века, говорится, что от Сухумы имеется дорожка через Нижние горы в Цибели и Каланам, 18. В этой краткой выдержке заслуживает серьезного внимания географическое положение Алан в начале 19 века. Сухум, как известно, портовый город, столица нынешней Абхазии, к северу от Сухума, по правому берегу реки Кодор, в смежности с Абхазией лежит Цебельда, в документе называемая Цибели, а в смежности с Цебельдой к северу у верховья Кубани сплошной массой живут балкарцы и карачаевцы, называемые в документе Аланами. Военно-исторический архив главного штаба. Доклад 18482. Лист 4.